Привет всем, в студии Катя Забавская. Я расскажу, что обсуждается в Байнете. В пикантной ситуации на днях оказался 26-летний белорусский кикбоксер. Во время процедуры взвешивания в Китае Максим Спадаренко остался еще мать родила. А все потому, что спортсмен не проходил по весу в нужную ему категорию до 71 килограмма и был вынужден, так сказать, оставить все лишнее. Ситуация ничуть не смутила героя. Видео он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте с подписью «Когда твой мозг долгое время не получал углеводов». К слову, Максим – многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу, медалист чемпионатов и кубков мира. Акции яблочной компании продолжают дешеветь. В последнее время рыночная капитализация Apple снизилась более чем на 50 миллиардов долларов. Это больше, чем стоимость таких компаний, как eBay или Ford Motor. Причина всему – низкие продажи iPhone 8. Фанаты марки не спешат перевооружаться, а дожидаются старта продаж принципиально новой модели iPhone X. Насколько упадет стоимость акций до ноября, представить трудно, но на китайском рынке местные производители уже вытеснили Apple из тройки лидеров, да и корейцы дышат в спину. Усы, лапы, хвост и почетная должность. В Нижнем Новгороде кот по кличке Кефир получил работу с зарплатой в 20 тысяч российских рублей. В обязанности Пушистика входит посещение квартир новоселов и их энергетическая зарядка. Конкурс на вакансию был 400 котов на место. Победил Кефир, которому 5 лет от роду. Теперь его называют самым самодостаточным хвостатым. Владельцам явно повезло с питомцем. Какие ролики в мировой YouTube-копилке набирают популярность? Сейчас вы все узнаете. В Гродно чудесный водитель микроавтобуса танцевал на дороге из полосы в полосу, туда-обратно. Только делал он это, создавая аварийную ситуацию, мешая другим участникам движения. Поворотники? Да бросьте. Запомните, чтобы привлечь к ответственности водителя за нарушение ПДД, надо написать заявление в ГАИ и приложить видеозапись этого самого нарушения. Уважайте друг друга. Ну а здесь просто ожившая сцена из боевика. Что послужило причиной таких эмоций, неизвестно, однако кадры завораживают. Удивительно, но все живы, хотя явно не все довольны. Эту свадьбу точно никто не забудет. В Польше сотрудники ДПС остановили весь свадебный кортеж. Лимузин, украшенное авто, невеста, в конце концов. Ситуация, прямо скажем, нестандартная. В комментариях пользователи возмущены тем, что байкера, явно нарушавшего ПДД, сотрудники правопорядка не остановили. Надеюсь, эта пара все-таки доехала до ЗАГСа. Совет да любовь. Все это обсуждается в Байнете. Говорите, и вас услышат. Нашли что-то стоящее? Делитесь в комментариях. Наше видео вот здесь. До встречи в эфире.